14 сентября состоялась церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». На мероприятие съехались актеры, режиссеры и продюсеры из 40 стран мира. Перед официальным стартом звезды киноиндустрии прошли по красной дорожке. Некоторые зрители даже смогли сфоткаться и пожать руку знаменитостям. По красной ковровой также прошли делегации стран ШОС и стран-наблюдателей, представители национальных кинопроектов, делегаты Дней мирового кино и киногруппы, которые сотрудничают с агентством кинематографии Узбекистана. Некоторые гости поделились с нами своими впечатлениями о фестивале. Мне нравится еда, культура и вообще все в этой стране. Я здесь был в прошлом году. Ташкент просто фантастический, столько эмоций, фильмов. Это уже наш второй визит. Мы пришли со съемочной командой. Надеюсь, в следующем году мы приедем уже с фильмом, который снимем здесь, в Узбекистане. Гостеприимство. Хочется еще и еще, вы знаете. Это невероятное мероприятие для любителей кино и кто связан с ним. Спасибо за организацию этого фестиваля. Александр Самойленко, знаменитый российский актер, также сказал, что с радостью снялся бы в узбекском фильме. Я очень люблю Ташкент. Всегда с удовольствием сюда приезжаю по поводу и без. Сейчас замечательный повод с замечательным фестивалем, которому я желаю процветания и всяческих благ. Я считаю, что и у казахов, и у узбеков замечательные есть продукции. Если будет хорошее предложение. В прошлом году, к сожалению, мы не смогли присутствовать. А в этом году мы фактически с первых дней были на этом фестивале. И вот первый раз вообще в жизни прошли через красную дорожку. Очень волнительно. С прошлого года фестиваль проходит в обновленном формате, привлекает все больше внимания со стороны мировой киноиндустрии и становится одной из визитных карточек нового Узбекистана. На церемонии открытия ведущим был Арманд Асанте. Каждая делегация по очереди выходила на сцену и вручала награды в рамках Ташкентского международного кинофестиваля. Ну и, конечно, награждение разбавляли песни знаменитых артистов. Торжественно, весело и звездно состоялась церемония открытия 14-го Ташкентского международного кинофестиваля. Напомню, что кинофестиваль продлится до 18 сентября.